Делегация «Опоры России» посетила республику. С ними встретился в Рио главы региона Сергей Меликов. Он отметил, что Дагестан пока не является инвестиционно привлекательным регионом для крупного бизнеса, хотя для этого есть все предпосылки. Поэтому необходимо наладить работу в этой сфере. Сергей Меликов сообщил, что в ноябре планируется встреча, на которой обсудят проблемы предпринимательства республики. Любая туристическая поездка сегодня в Дагестане, она сопровождается наличием представлений народных промыслов, наличием, ну, такое смешное название, да, но оно есть, гастрономического туризма, где, опять же, предполагается приготовление каких-то особенных национальных блюд именно в этой сфере. Наличие таких, они у нас уже есть, почему я говорю, наличие, да, сфер услуг, как, например, прогулки по горные прогулки, катание на лошадях и так далее. А это все сфера как раз предпринимательства, того, без которого эти туристические поездки будут либо невозможными, либо неинтересными. Стоит отметить, уже более 10 лет «Опора России» решает вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели, как, к примеру, правовая защита, получение господдержки и налаживание деловых связей. До встречи с врио главы региона участники избрали руководителя организации по Дагестану. Ею стала Зульгимар Тагибова. Ранее она возглавляла комитет по развитию женского предпринимательства. Участие в совещании принял и вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. По его словам, бизнесменам необходимо помогать в продвижении, и агентство «Опора России» по республике совместно с правительством будет заниматься именно этим. Малое и среднее предпринимательство нуждается в таком институте, где они могут получить заемное финансирование. Банки, конечно, они регламентируют еще требования центрального банка, они, конечно, выставляют объективно, но жесткие меры, линейные по сути, к нашим предпринимателям, которые на сегодняшний день не готовы. Они не готовы к проектному финансированию. Они, и это объективно, но и здесь сейчас перед нами большая работа стоит, чтобы мы создали среду, где мы бы обучали бы наших предпринимателей. Делегация «Опоры России» пробудет в Дагестане еще несколько дней, посетит промышленные предприятия, а также ознакомится с потенциалом малого и среднего предпринимательства республики.